Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И сегодня хочу поделиться с вами новым буксом Киди Эрнер. Ну, здесь сами переведете, почитаете. Регистрация на и простейшая. Имейл два раза, пароль. Разгадываем капчу, нажимайте зарегистрироваться. Вход по имейлу и паролю. И что-то здесь не сохраняется. Разгадываем капчу. Подтверждаем. Заходим на домашнюю страничку. Баланс у меня по нулям. Значит, есть Telegram поддержка. Можно кликнуть, перейти. Значит, опускаемся ниже. Находится партнерская ссылочка. Минималки на вывод нет. Вот сегодня я уже вывела с него. Я вчера выводила с него. Значит, вчера я выводила два раза от Киди Эрнер. Вот такое количество. Я в 3x выводила. И вот такое количество. Вот 14 февраля. 14 февраля. И сегодня я вывела 2 миллиона 523 икс. Вот. 15 февраля. И Киди Эрнер. Вот этот бокс. Как я сказала, минималки на вывод. Нет. Так. Подождите, я не обновила даже. Сейчас я еще покажу. Потому что я еще выводила. Вот 300 тысяч сегодня я выводила. 15 февраля. Так, значит. Реферальную ссылочку я вам показала. Теперь по заработку. Значит, есть автокран. Он доступен, кто просматривает короткие ссылки. Я не люблю короткие ссылки, но там неплохая плата за эти короткие ссылки. Я собираю на Простокране. ПТС, к сожалению, я сегодня рекламку просмотрела. У меня было 2 рекламы. Ну, кликаем. Нас перебрасывают на страничку. Ждем 5 секунд. Там всего лишь 5 секунд таймер. Разгадываем капчу. Подтверждаем. И нам зачет. Еще вот такая рекламка. Тоже я просмотрела. Windows ADS. Опять же таки кликаем. Нас перебрасывает на страничку. На новую, как бы, да. Мы возвращаемся опять на эту же страничку. Тоже таймер 5 секунд. Разгадываем капчу. Нам зачет. И кран. Здесь безлимитно. По 150 тысяч вот этих коинов нам дают. Таймер 1 минута. Разгадываем капчу. Антибот. Кликаем вот на эту вкладочку синюю. 150 тысяч коинов мне засчиталось. Теперь по выводу. Кликаем вывод. Значит, и здесь куда можно выводить? Можно выводить на биткоин. Вот. На крипто, на FaucetPay. На FaucetPay криптомонету Tron я выводила. И на FaucetPay Dogecoin. Вот у меня стоит такое количество. Вот этих 3x на 150 тысяч вот этих коинов. И такое вот количество Dogecoin. Сразу здесь уже отображается сумма. Есть напрямую кошелек на Shiba, на Coinbase. Я не знаю, как на Coinbase выводить, ребятки. Так что я на FaucetPay. Прежде чем выводить, обратите внимание, нужно кликнуть на какую криптомонету вы собираетесь выводить. Я уже, у меня здесь забит. Я прописала с FaucetPay адрес депозитный.
И он уже, раз я его вводила, здесь и отображается, сохраняется. Клику вот именно. Я трон вывожу. Если будете в Dogecoin выводить, кликайте на Dogecoin. Прописывайте адрес Dogecoin. Если биткоин, кликайте на биткоин. Ну а я же на трон. Если вы не кликните, монетки не выведутся. Вот именно я вот в трон монетах, видите, такая беленькая. Ободок такой беленький стал. Вот я кликнула. Кликаю теперь вывод. Все. Монетки мои вывелись. Я 300 тысяч вот этих сатох вывела. Окей. Перехожу. Обновляю страничку. И вот они еще 300 тысяч 3x. 15 февраля. Без минималки, ребятки. Прошла минута, пока я тут микрофонила. Прошла минута. Я опять собираю. Капча. Наша любимая. И антибот 5, 6, 4. 5, 6, 4. И все, я собрала. Пошел таймер отсчет. Кликаю вывод. Видим, да? И я опять кликаю. Именно кликаю. Видите, ободок такой. Кликаю вывод. Баланс мой опять обнулился. И вот таким вот образом, без минималки на вывод. Вот. Серфинг доступен раз в день. Kiddy Earner. Опять 303x. 15 февраля. Вот таким вот образом здесь можно зарабатывать. Ну вот ПТСки я просматриваю. Ну, рекламку все, серфинг умеем просматривать. Ну а на кране тут нету здесь, сколько можно клеймов делать, сколько хотите, столько и делайте. Не отображается. Вот. И сейчас я по новой буду опять. Не будет доступен кран. Кому интересно, работайте. Зарабатывайте. Но не интересно, ребятки, пройдите мимо. Это интернет. Каждый выбирает то, что ему по нраву. Вот я опять собрала. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.